Вы приехали из Раменского. Говорят, в стране стабильность, а вы приехали. Что же вам не живется-то спокойно в Раменском? А здесь не только Раменский район. Здесь Раменский район, Егорьевский, Наро-Фоминский и Химки. А потому что Воробьев, исполняющий обязанности губернатора, объявил, что 25 полигонов закроют, а 19 полигонов откроют по ТБО новых. То есть люди протестуют, приехали со своим протестом, потому что мы хотим, чтобы наши поля, наши водоемы Подмосковья были чистые и не загажены отходами свалок, потому что уже на местном уровне Роспотребнадзор границу от полигонов устанавливает в размере 50 метров. Не 10 километров, не 12, не километр, не 2. То есть даже в некоторых районах, где до 10 километров зона отчуждения, все равно запах, источные воды вот с этих свалок текут в колодцы и в водоемы. Мы приехали за то, чтобы отстоять свое право жить чистыми водоемами, с чистым воздухом, чтобы наши сельхозугодья не загаживались свалками. Потому что в Раменском районе хотят образовать новую свалку, и несколько десятков гектаров уже выделено под новый полигон. То есть старый полигон они закрыли, и некуда валить мусор. Весь город завален мусором. И надо сказать, что власть игнорирует требования фермеров для того, чтобы отдать им сельхозугодья. Игнорирует требования обманутых пайщиков отдать им землю, которая принадлежит по закону по паям. А земля под свалки у нас находится в огромных количествах. Ну вот, протестовали бы там. В Москву-то зачем приехали? А потому что мы здесь создали коалицию. Именно коалицию районов Подмосковья, которые протестуют против новых полигонов. 19 новых полигонов, исполняющие обязанности Воробьев, намечает создать в Подмосковье. Он лоббирует интересы мусорных королей. Каким образом он лоббирует? А потому что народ протестует, и народ протестует уже много лет против новых полигонов. Люди требуют создания мусороперерабатывающих заводов. Но власти и на местах, и подмосковные власти, они игнорируют требования людей. И про мусороперерабатывающие заводы даже не идет разговор. И что вы будете делать дальше? Ваши действия? Ну, какие наши действия? Противостоять созданию новых свалок. А каким образом вы будете противостоять? Мы будем требовать от властей создания мусороперерабатывающих заводов. Это наше главное требование. Привлекать научных деятелей, привлекать экспертов, привлекать финансы для того, чтобы создавались мусороперерабатывающие заводы.